19 мая у пионеров большой праздник. Как всегда в этот день в Москве на Ленинских горах торжественная линейка. Ее открыла секретарь Московского городского комитета комсомола, председатель городского совета пионерской организации Любовь Ивановна Белова. Сегодня день рождения пионерской организации, носящей имя великого Ленина. Вы рапортуете партии, рапортуете старшему брату комсомолу о делах на марше «Мы верная смена твоя, комсомол». И мне сегодня очень приятно сообщить вам, ребята, что на наш праздник пришли люди, которые сегодня живая история нашей страны. От имени первых пионеров к ребятам обратился прославленный летчик Иван Никитович Кожедуб. Разрешите мне сердечно поздравить с радостным праздником, днем рождения пионерии. Вспоминаю и я, родился почти одновременно с пионерской организацией. Вступил в 30-е годы в ряды пионерии. И все то, что прекрасное, любовь к родине, к людям, ко всему прекрасному, хорошему, заложила во мне пионерия. И сегодня на счету у пионеров много интересных и полезных дел. Лучшие дружины стали правофланговыми всесоюзного марша. К их знаменам комсомольцы, ударники пятилетки прикрепляют памятные ленты. Спасибо, партия, тебе за все великие дела, за все, что ты с октябрьских дней народу нашему дала, за все, что создано в труде и завоевано в борьбе. Мы говорим от всей души. Спасибо, партия, тебе! Пионеры, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будьте готовы! Всегда готовы!